Глава вторая, часть вторая, раздвоение личности. Боже, где я? Что это? Шляпа? Мистер Полночь? О нет, твоя голова! Котик! Секунду, это не мой котик. Какая странная шляпа. Мне нужно найти своего котика. Надеюсь, он где-то здесь. Добро пожаловать домой, чудесный котенок. Надеемся, тебе нравится твоя новая кровать. Будь славной и ешь свою еду. С любовью, Клара и Мия. Я возьму это, чтобы приготовить ужин для котика. Острый блестящий нож. Ты можешь пригодиться. Разрыхлитель Король Лев. С ним кексы самые большие. Почему эта часть окрашена в черно-белый? У меня есть спички, чтобы осветить тьму или ради забавы. Перец. Всегда хорош для готовки супа. Соль. Очень хороший ингредиент. Открыто. Что внутри? Какая странная вещь. Похоже на семечко. Секретная бутылка с секретом внутри. Привет, малыш. Что ты здесь делаешь? Вижу, тебе здесь удобно, малыш. Ты кажешься свежим. Ты все еще жив? Я не могу добраться туда. Мне нужен мост. Шоколадный торт. Мой любимый. Должна ли я? Может, чуть-чуть? Вкусно. Вкусно и красиво. Я захлебываюсь слюнями. Я так голодна. Никто не заметит, если пропадет один кексик. Ваза для цветов. Внутри лежит пепел. Метла для полетов и чтобы прибраться. Комод открыт. Посмотрим, что внутри. Черные свечи, чтобы осветить тьму. Пинцет, чтобы достать вещи, которые руки достать не могут. Привет, кукла. Кто тебя поймал? Лестница. Возможно, мистер Полночь там. Привет, малыши. Кто сшил вас вместе? Похоже, это больно. Не плачьте, хорошо? Улыбнитесь и ведите себя хорошо. Пора спать. Мистер Полночь, ты здесь, котик? Мяу. Это ты! Боже, мой дорогой друг, я нашла тебя! Френ, это в самом деле ты? Наконец-то! Это я! Подойди ближе, дай мне тебя увидеть! Френ, я так рад тебя видеть. Я очень по тебе скучал. Ты мне снилась. И вот ты здесь. Спасибо, что не сдалась. Я люблю тебя, мой друг. Я тоже тебя люблю, мистер Полночь. Я очень скучала. Дорогая Френ, как ты нашла это место? После того, как те люди забрали тебя в лесу, я пытался следовать за ними. Но спустя время я заблудился.
Я был слишком слаб, чтобы выследить тебя. Я пытался поймать еду и подкрепиться, но... Что-то произошло. Кто-то схватил меня и посадил в эту клетку. Мой дорогой, я открою эту клетку. Нам нужно к тете Грейс. Френ, я очень устал. Лишь бы все это оказалось дурным сном. Все будет хорошо. Мы просто должны выбраться отсюда. Френ, могу я спросить кое-что? Конечно, мистер Полночь. Что такое? Ты ощущала мое присутствие в своих снах? Да, ты велел принимать таблетки, чтобы найти тебя. Какие таблетки, Френ? Я такого не говорил. Думаю, кто-то помог нам воссоединиться. Каждый раз, когда ты мне снилась, я чувствовал чье-то присутствие. Правда? Какое присутствие? Это был не человек, но существо было добрым и мирным. Это настоящее волшебство! Хорошо, что кто-то о нас заботится. Френ, ты это слышала? Слышала? Я посмотрю, что это. Я найду ключ и освобожу тебя, хорошо? Я люблю тебя. Ох, вы меня напугали. Я думала, здесь никто не живет. Вот ты где. Мы ждали тебя. Где твоя голова? Моя голова? Моя голова на нужном месте. Драгоценное существо из иного мира. Кто бы еще поверил нам? Простите, но я не могу понять смысл ваших слов. Френ Боу. Это твое имя, так? Твои мама и папа трагически погибли. Очень жестоко. А теперь ты жаждешь узнать, кто их убил, так? Помедленней. Как так вышло, что вы столько знаете? Мы просто знаем. Должны знать. Мы часть этого мира. Не печалься. Плохие вещи происходят со всеми. Постоянно. Хотела бы я сейчас быть дома со своими мамой и папой. Не желай невозможного. Ищи решения и ответы. Да, но боль настолько велика. Я не вижу решений. Выпей чаю и съешь кусочек торта. Тебе станет лучше. Я не голодна. Скажите, кто вам рассказал обо мне? Ты боишься, маленькая Френ? Конечно, нет. Мне любопытно и все. Я скорее озадачена. Ты еще не спрашивала о своем коте, мистере Полночь. Это очень странно для девочки, которая так любит своего кота. Ты так спокойна, а ведь нашла его в клетке, голодным и испуганным. Мы должны дрожать от страха вместо тебя? Я люблю его, поэтому я здесь. Я не хотела быть грубой. Ты хочешь его вернуть? Да, прошу. Я очень хочу его вернуть. Он мой лучший друг. Прежде чем мы его освободим, расскажи, как ты сюда попала. Это длинная история. Я сбежала из одного места. Из мерзкого места, где детям вскрывают головы, чтобы понять, что с ними не так. Фил рассказал мне секрет, и я поняла, как сбежать. Затем я пришла в лес и встретила гигантского муравья. И убила жука. Это было ужасно. Потом я встретила крысу, желавшую причесаться. Затем я сделала дверь, и она привела меня сюда. Но когда я зашла, что-то произошло. Больше я ничего не помню. А, еще я видела настоящую семью шишек. До того, как я сюда попала. Они живут в доме мистера Антонио и любят ягоды. Я видела летающих насекомых, застрявших в дереве из-за длинных волос. Это было тоже в лесу, а теперь я здесь, ищу мистера Полночь. Вот это приключение! Сколько тебе лет, Френ? Мне 10 лет, скоро будет 11, а вам? Нам 16 лет, мы старше тебя, поэтому ты должна нас слушаться. Я хочу, чтобы вы открыли клетку, нам с котиком нужно домой. Ты не поинтересовалась, как нас зовут, как невежливо. И ты не должна бродить по дому без разрешения. Ты глупая? Глупая маленькая девочка без семьи. Я не глупая. И у меня есть семья. У меня есть тетя Грейс и мой котик. Ты плачешь? Если ты плачешь, значит попадешь в беду.
Если ты не сделаешь, как мы скажем, ты и твой кот умрете. Ты понимаешь? Вам меня не запугать! Освободите моего кота! Идиотка! Сама напросилась! Если ты не сделаешь, как мы скажем, плохие вещи произойдут с твоим котом. Мы заставим тебя убить его собственными руками. Вы злые и ядовитые, но я сделаю все, как вы скажете. Хорошо, теперь слушай внимательно. Ты должна выполнить над нами магический трюк. Любишь магию? Магия волшебна. Кто не любит волшебство? Так вот, эта магия очень мощная, страшная и опасная. Вот рецепт. Будь внимательна и точна, иначе произойдут ужасные вещи. Я не знаю, смогу ли я. Сделайте сами. Мы не можем. Это нас убьет. Знаешь, мы не были такими прежде. Мы были двумя разными людьми в разных телах. Но как вышло, что вы сейчас такие? Однажды ночью давным-давно что-то предстало перед нами. Мы думали, что это был ангел, но это было не так. Он решил, что мы должны провести вечность вместе. Он проклял нас на такое существование. Мы так и не поняли, почему. У нас есть заклинание, чтобы вернуть его. Но мы займемся этим позже, когда не будем привязаны друг к другу. Мы покажем ему, что он бессилен. Он пожалеет о содеянном. Это ужасно. Я сделаю все, чтобы помочь вам. Мы соберем вещи, которые тебе понадобятся для ритуала. Из-за того, что ты такая психованная девочка, ты не сможешь говорить со своим котом. Тебе придется ждать, пока мы не вернемся. Я понимаю. Я буду ждать здесь. И Френ, ты видишь этот ключ? Ты хоть представляешь, что им можно открыть? А? Глупая-преглупая девчонка. Снова он, но я не принимала таблетки. Что ж, он открыл окно. Благодарю, но кто он? Эй, ты! Да? Кто говорит? Я жаба. Я должен тебе кое-что сказать. Да, что такое? Ты в большой опасности. Не доверяй этим девочкам. Почему вы это говорите? Послушай, девочка, я знаю, что я могу уплыть отсюда. Но они мне не позволяют. Каждый раз, когда я пытаюсь выбраться, я возвращаюсь. Этот дом будто огромный магнит. Магнит для жаб и котов. Они любят нас, но не просто так. А чтобы использовать нас, не доверяй им. Это ужасно. Вот почему мой котик здесь. Они дали тебе рецепт для какой-то магии, верно? Да, верно. Ты видела мертвую девочку в одной из комнат? Ты закончишь так же, если воспользуешься рецептом. Она пыталась и сделала все неправильно. Боже, мне нужно что-то придумать. Я не очень умный, но на твоем месте я бы подошел к делу творчески. Творчески? Я сделаю все возможное. И, девочка, прошу, спаси нас. Я очень хочу выбраться отсюда. Призыв старого потерянного тела. Потерян во тьме, забывшись в слезах, ваше тело становится ложью благодаря одному ангелу, решившему принести вам печаль. Вам понадобятся сердце лягушки, голова юной девственницы, шерсть и кровь черного кота, пентаграмма из пепла, обгоревшее тело лисы.
Моя сестра пыталась поймать меня, но я убежала. Длинная доска. Я бы могла с ней что-нибудь сделать. Скептикам? Некоторые люди верят всему, что написано. Но что это значит? Кто это написал? У меня есть бумага, но что за правда? Ржавый старый велосипед посреди острова. Попробуем этот кусок дерева. Я сожгу тебя! Ха-ха! Гори, веревка! Ай, жжется! Почему? Здесь нет огня! Я не могу дотронуться до бутылки. Очень жжется. Ох, я достала бумагу. Так здорово. Раскрытие истинной души. Мир скрывает от вас правду. Проведите свою душу сквозь жизнь, и вы осознаете цель этого поступка. Если вы пытаетесь испортить эту сущность, ваша душа будет скрыта и никогда не увидит лицо истины. Чтобы уничтожить нечистую душу и дать свободу тем, кто в ловушке, вам понадобится кровь исполнителя ритуала. 5 черных свечей, пентаграмма из пепла, распустившаяся синяя лунная роза, соль и перец, волос человека, которого вы хотите заколдовать. Ничего себе! Вышло отлично! Хорошая работа, Френ! От муки я чихаю, но это забавное чувство. Я поставлю одну свечу сюда, а другие туда. Красивый огонь. Свечи зажжены. Если я поверну кран, возможно, из него пойдет вода. Вода! Вода в котле! Пора готовить! Я забыла зажечь огонь. Плита для готовки. Мама показывала, как ею пользоваться. Здесь довольно ветрено. Спички не зажигаются. Я закрою окно, чтобы холодный ветер оставался снаружи. Огонь! Я не уверена, что все правильно. Нужно снова прочесть рецепт. Соль и перец в волшебный суп. Тьфу, не работает.
сладкое семечко. Интересно, какой цветок из него вырастет? Бедная девочка. Кто это сделал и почему? Пишущая машинка все еще работает. Я могу что-то написать, но здесь нет бумаги. Хороший писатель должен знать, о чем писать. Я могла бы писать на этом рецепте, но он мне нужен как есть. Френ, вот вещи, которые тебе понадобятся. Ты изучила ритуал? Да, но нужно больше времени. Я не могу запомнить всех слов. Что ж, выучи их быстрее. Дай нам знать, когда будешь готова. Пс, девочка, думаю, тебе нужно помочь избавиться от мешка. Я помогу. Но он может понадобиться. Поверь, нет. Если мы хотим выбраться, этот мешок должен исчезнуть. Я заберу его. Ты меня не видела. Пока. Послушайте, леди, кое-чего не хватает. Я не нашла в мешке ваших волос. Волосы, говоришь? Они не нужны. Мы знаем. Сами посмотрите, здесь так написано, в рецепте. Действительно, как мы могли это упустить? Хорошо. Вот, теперь готовься. Я дам вам знать, когда буду готова. Ты уже нашла решение? Нет, я, пожалуй, пойду. Пока. Ух ты! Какая красивая синяя роза! Теперь у меня есть моя кровь. Моя сладкая красная кровь. Так, посмотрим, что еще осталось. Теперь моя кровь. Надеюсь, она вкусная. Тра-ля-ля-ля-ля. Прощай, синяя роза. Отправляйся в котел. Теперь волосы. Хорошо. Мне следует дать девочкам знать, что зелье готово. Все готово. Пойдемте на кухню. Хорошо, пошли. Пожалуйста, сядьте и закройте глаза, леди. Thank you.
теперь я произнесу слова. Бонде ир эркран, о ир бекмах, о ибуре, нам ибуре, ирк бонде ир экран. Бегмах, хофмех, мон диме гофмия, ибуре эк итоус ирнеми бомек, ибурем исне. Подожди, это не то заклинание. Ты нас обманула! Что я наделала? Боже мой, это неправильно! Ключ! Теперь я могу освободить своего котика. Я нервничаю. Теперь я должна вернуть своего котика. Спящая кукла, пожалуйста, спой мне. Эх, не хочешь? Ничего страшного, я могу спеть сама. Что такое, Френ? Открой клетку. Не получается. Ключ не подходит. Ты видела замок где-то еще? Да, я видела один. Посмотрю, подойдет ли он. Я буду ждать. Торопись.